саженцы кнефофия, гибридный сафранвагель, сафранваджол, привнесут в сад яркости и волшебства. Огромные султаны соцветий розово-оранжево-желтой окраски напоминают гигантские горящие свечи. Цветет растение с июля до октября. Отцветшие бутоны сохраняют свой цвет и форму, сохраняя декоративность многолетника. Высота кнефофии около метра. Ее необходимо размещать на солнечных участках, на газоне в качестве солитера или в компании лилий-котовника рудбекий. Эффектно растение смотрится, высаженное вдоль дорожек. Кнефофия гибридная сафранвагель – это многолетнее растение. Кнефофия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.